Наш сегодняшний герой – известный актер, мастерски владеющий искусством превращения на экране, воплощая образов индейцев, японцев, китайцев, бурятов и многих других персонажей. Родной Ташкент не так часто видит своего земляка, так как он активно участвует в зарубежных проектах. Предан театральному искусству и более 30 лет служит верой и правдой на сцене театра Ильхом. Обладатель многочисленных международных наград, заслуженный артист Республики Узбекистан и также член гильдии актеров кино России Сайдулла Молдаханов в студии «Линии жизни». Так, вот пришло время, я хочу сниматься в кино, давайте-ка мне главную роль. Если ты не понимаешь, куда ты едешь, значит, ты не готов на 100%. Я слышала, что вас приглашали и в Америку. Не вмешиваться в дела жюри. То есть, я так понимаю, на других фестивалях, значит, они вмешиваются. Смотрите передачу «Линии жизни» на телеканале «Дуньё Буйляп».